В воскресенье в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 21-23, ночью 15-17, выше 0. Ветер северный 3-5, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани тучи, днем плюс 23, ночью 16, выше 0. Северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, температура воздуха днем плюс 23, ночью плюс 17. Северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. Днем плюс 23, ночью плюс 15. Северный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.